Детройт, да, сука? Переговорщик прибыл. Бля, я хочу загуглить такое. Бля, Горис, как же я в The Quarry объебался жестко. Это что-то, блядь. Как же я там слил всех. Ебать, ты бы знал только. Блин, я забыл, как играть уже. Куда тыкать? Положить обратно, да, сука? Бля, надо еще привыкнуть к этому управлению. Горис, а ты опять машинить будешь, если я буду мирно, типа, решать вопросы? Мне кажется, ты опять будешь меня унижать за это. Лютую. Блин. Лютую. Лютую, сука. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Бля, я, кстати, даже не знаю, что будет. Что вы делаете? Ну, я много концовок видел. И сам не... Либо наоборот, блядь. Не, а, ну в смысле, убьют... Если андроиды победят, и останутся только андроиды? Бля, ну можно вообще. Но только при одном условии, если типа Хэнк выживет, и они с Конором Макгрегором будут друзьями. Потому что, ну, пиздец, Хэнк самый охуенный. Он даже харизматичнее, чем мент из прошлой игры, которую я стримил. Так, разыскать капитана оленя. Олень, да, сука? Да херня это все! Мои бойцы наготове. Дайте уже приказ! Бля, ну я же такой вот правильный весь. Пиздец, это мне кажется сложно будет так. Они все долбанули. Блядь. Капитан Али, мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Полоску на стрим Фортнайта? По всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но... Горис, ты, блядь, так мне говоришь, как будто я, блядь, стример и ебать шарю, что вообще нужно нажимать и делать. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, блин, ну эта игра вообще не настоебет, по-моему, никогда никому. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Бля, суп какой, блядь. Гандон какой. Идем шмонать все, чё. И как у тебя закончилось все? Твоя концовка какая была? Андроиды победили, нихуя себе. Ну там типа война была или чё, или как там? Ну я, в принципе, понимаю, там никаких компромиссов нахуй у тебя. Бля, мне вот интересно, что если андроиды победят. Бля, ну выгодная покупка была. Получается.
А какие еще другие игры были, типа, в комплекте, что может быть совместимо с Детройтом? Нихуя себе, я, кстати, не был ни разу в этой комнате. Я вот сейчас... Я никогда не был в ванной вот, в первой миссии, охуеть. А, он просто посмотрел, я понял. Жесть. Так, блядь. Охуеть. Horizon. Last of Us. А, нихуя себе. И ты все это время не играл в них? Блять, что я жмав? Ебать, я забыл, как играть уже. Реконструировать. Жесть. У меня вот Соньки не было никогда вообще, а я хотел. Хуй знает, зачем она мне вообще. Но хотелось бы. Все. А мы капитана оленя-то нашли? А, да. Ваш заказ на андроида... Горесть, а когда ждать-то? Я так и не понял нихуя. Киберлайф благодарит вас за покупку. Ожидаю тебя. Блин, мне вот прям интересно. Не понял сейчас. Не понял сейчас. Сраный робот. Так, Горис, а ты тоже без компромиссов типа проходил? Да. Чисто либо одна сторона, либо вторая? И что было с Хэнком у тебя, скажи мне? Это самое интересное. На Алтай 23-го суд. Либо сначала к тебе, потом в суд. А какой суд нахуй, ебать? Я сейчас первый раз слышу, включил стрим, про какие-то суды говорит. Я вначале пытался. В конце игра слишком заставляется чувствовать. Понятно. Второй. Корешками стали. Ну вот с Хэнком корешки — это вообще заебись. Третьего суд. Либо сначала к тебе, потом в суд, а потом на Алтай, либо наоборот. Охуеть. Бля, вообще в отпуск бы охуенно было, когда у тебя и у меня. На Алтай. И чё там на Алтай, ебать, сколько там? Сотен тысяч стоит съездить. Дороже, чем, блядь, в Турцию, наверное. Жесть. Блять, сколько тут всего надо сделать-то? Я уже забыл.
Блять, там борщ убегает. 100 рублей 50, без билетов и снаряжения 1050, думаю, а нихуя себе. А на чем ты собираешься ехать? Октаху ты так и не купил, получается. Только не говори, что на поезде. Возьмем Волыну. Самолет. Ну все, красава. Взять, положить обратно. Взять, нахуй. На поезде, блядь, вообще... Пиздец, там... Далеко, долго. Сколько туда, блядь, ехать? Сутки? Я в Москву-то на учебу заебался ездить. Тут, блядь, на Алтай жесть. Блять, опять что-то забыли. И нахуй это надо было. Все, выключить. Жесть. Так, ну все, можно идти давать пизды ему. Ботиночек сейчас заберем. Ну и нахуй я это делал. Так, а там как-то можно оценить ситуацию. Тварь какая, блядь. Спасти заложницу любой ценой. Понимаю. Назад! Нихуя себе. Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Жесть. Имя. Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор. Макгрегор. Блять, я много о тебе как знаю. Я не хотел этого говорить. Я пришел тебя выручить. Борис, а ты спасал вот этого мента, который лежит слева? Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Я каждый раз забывал. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось! И я хочу, чтобы все прошло! Ты вооружен? Спиздить. Нет! Я безоружен! Ты врешь! У тебя пистолет! Черт! Я говорю тебе правду, Даниэль! Я безоружен! Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. Спасем. А сама врала. Парня. Она такая же, как все люди. Да не, нет. Ну, сука. Даниэль, блядь. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь, и я тебя убью. Сука какая. Ладно. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной.
что я им важен. Жесть. А был игрушкой, которую можно выбросить, когда доест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто... Так я его не смог спасти, он, блядь. Нет, я не говорил, что стрелять будет. Я этого не хотел. Я любил их. Понимаешь? Понимаю. Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Я тут босс нахуй. Все, ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Это твой последний шанс! Упустишь, и тебя точно убьют! Отдай ребенка, другого выбора нет! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Хуя, какой, блядь. Это невозможно, да не... Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Не хочет. Выстрелить, нихуя себе. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Хм. Сука какая, Коннор, а? Сука какая дешевая. Ты солгал мне, Коннор. Спиздел, да. Ты, у меня еще и пистолет был. Жесть. Ебать, вот это круто уходит. Я крутой просто, блядь. Просто я крутой. И рэпер нахуй еще. Нихуя себе. Нихуя себе. Не мистер Макс. Блять, Горис, у меня сломалось все, охуеть. Охуеть, я сломал все. Блять, если там не сохранилось, ну это пиздец опять перепроходить. А почему? Что случилось? Ебать. Дудос. Кажется, данные сохранения Заебись. Были повреждены. Это шутка. Хм. Нет, а по факту у меня сохранилось? То, что у меня сейчас вылетело или нет? А как она узнала? Блять, заново, представляешь? Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? А как я она узнала? Нихуя себе. Сидит я пришел там, блядь, тебя какая, выручить. А? Я по... Бля, я реально поверил. Охуеть. Ты в ярости, Даниэль? Блядь, нет, надо его спасать. Но доверься мне. Реально. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Бог поможет. Я хочу, чтобы все прошло! Ты вооружен? Нет. Нет!
Я без оружия. Ты врешь! У тебя пистолет! Нет. Я говорю тебе правду, Даниэль! Я без оружия! Мне спасти надо его. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Блять. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Не, ну это мы так до утра будем проходить, у меня влетать будет. Он что теряет такое? Кровь. Что за новости, блядь? Если такие? Не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не сука трогай. Какая, а? Тронешь, и я тебя убью. Не, пацаны. Меня нельзя убить. Я не живой. По факту. Ну, это хуйня, нормально. Все. Починили. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Вот теперь не зря улетал. А говорила, что любит. Да, любит, любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да не, нет. Слушай. Ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил. Понимаешь? Я уже наизусть сейчас реплики выучил. Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук. Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Я тут главный нахуй, я рэп. Все, ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Это твой последний шанс! Упустишь, и тебя точно убьют! Точно! Отдай ребенка! Другого выбора нет! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Угу. Отъеду от города, угу. Отпущу ее. Угу. Выстрелить. Бля, Горис, может вхуячить его? Это не обсуждается. Блять. Ты машиной должен там повиноваться. Брось пистолет и отпусти ребенка. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Он ее сейчас захуячит такими темпами. Что-то я промашнил. Бля, серьезно? Какой пиздец? Не, ну я ее спасу, наверное, да? Ладно, нормально. Опять не спас. Нет. Я спас полицейского. Задание выполнено. Все, блядь. Программный сбой. Охуеть. Да я проебался что-то чуть-чуть. Ну перепроходить мы не будем, ладно. Ну по крайней мере так я еще не проходил. Жесть, бля. Ебать. Ебать. А что происходит-то? Не, я, конечно, чистил комп. Но... Нихуя себе.
Все, пизда. Блять, я... Так. Охуеть. А что за дичь, блядь, происходит? Горе, все, пиздец. Все, блядь. Что мне делать, нахуй? Время Fortnite. Блять, Fortnite. Да что... В чем прикол вообще Fortnite? Я нихуя не понимаю. Блять, мультяшный паб какой-то. Охуеть, почему у меня... И, блять, я его весь прошел. Почему у меня после первой миссии вылетает? И не сохраняется нихуя. Это так кажется. Ну так проще в папку тогда поиграть, я не знаю. Ну типа в классику. У меня, кстати, остался папка вообще. Чем он интересней? Это мультяшная папка просто. Куча приколов. Блять, какой ты школьник, пиздец. Давайте еще в Майнкрафт захуячимся. Ну, ладно, хуй с тобой, я посмотрю. Посмотрю геймплей, там всякую хуйню, какие-нибудь видосики, каких-нибудь стримеров. Майнкрафт неплохо тоже. Бля, все с тобой понятно, пиздец какой. Я не знаю, бля, надо посмотреть. Это, блядь, один вопрос. А второй, почему у меня Детройт вылетел, блядь, два раза подряд? И типа третий я уже не хочу раз заходить. Походу... Блять, он еще и бесплатный, сука. Кейс, open case. И что мне делать? Казик, давай нахуй. Кидай бабки, буду казик крутить. Жесть. Блин, вообще обидно так-то как-то сейчас было. У меня там лох цветочный, смотри, как спит, кстати. На подушечке. Бля, ждем милстроя. Кот и блан вообще. Понятно. Короче, надо что-то решать, потому что, ну, что за хуйня? Я не могу три раза, блядь, перепроходить одну и ту же миссию в Детройте. Короче, надо либо гасить стрим, заново сгружать, короче, Детройт, и потом перезапускать стрим.
Ну а чё, без вариантов, у меня больше нету игр на компе, у меня только КС-ка, блядь, и папка, всё. Ну и нахуй я с работы торопился, да, скажи, на стрим, ебать. Стрим диплома, блядь, это жестко. Это надо было в мае того года вообще, в принципе, стримить вот это написание диплома и звонки этого старого дурака. Блин. Грустно. Ну чё, мне придется гасить стрим. Чё тут делать? Мне с черным экраном сидеть? Пиздец какой-то. Жесть. Ну, конечно, мне, блядь, стыдно, но что ж. Пиздец, кто же знал. Я его, блядь, всю прошел. Чё за хуйня?